В Одинцовском городском округе 20 декабря открываются елочные базары. Их можно будет узнать по красочному оформлению проекта «Зима в Подмосковье». Базары будут работать до позднего вечера 31 декабря без перерывов и выходных. В этом сезоне покупателям предложат русские ели и сосны, заграничные пихты, а также еловые ветки. Отметим, деревья выращены в питомниках, их качество подтверждено сертификатами. Пожилым людям старше 65 лет новогоднее дерево бесплатно доставят волонтеры.